Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в DC World Collide. Что у нас тут насобиралось? Давай, все это идет в коллекцию. Так, это что у нас тут? Привет, Гришин, привет. Так, Бэбрик онлайн. 1 час спустя. Руфер. Так, замечательно. Что здесь у нас? Давай посмотрим на почте. Забираем полностью все, что нам выдают здесь. Ух. Наши награды. А здесь у нас что? Так, я могу купить. Ну, давай возьмем, наверное, что подороже. Для Бэтмена и для девчули, да? Заберем. Лучший магазин ареновский. Так, мы начали с тобой собирать на Лекс Люгера, по-моему, да, если не ошибаюсь. 1500 стоит. Давай нафиг все возьмем. Я не знаю, сколько, правда, нужно нам, чтобы его собрать. Магазин гильдии. Так, это пока нам не нужно. Это все бесплатно. Сейчас, друзья мои, вначале все соберем здесь. Тут дофига чего. Сам понимаешь. Давно не был, наверное, с неделя, может даже больше. Это что такое? Это что такое вылезло тут? Фига себе. Чудище какое-то вылезло из портала. Ну, сделано прикольно, на самом деле. Так, давай заберем коллекцию. И, я так понимаю, у нас 10 каких-то осколков. Так, монеты. Здесь тоже за сезон, да? Давай возьмем. Нормально. Здесь что у нас? Так, Бэтмен. Загадочник, давай не пудрим мне мозги там. Открывайте мне что-нибудь. Go search, go... Что-то на поиск, на поиск, на поиск. Вот с этим я пока разобраться не могу. Что на поиск? У нас нет уже ничего. Принять. Ох ты. Ох ты. Слушай, я, наверное, вот так вот. И что это означает? Не знаю, ребята, что означает. Я выбрал Супермена. Может быть, шанс какой-то повышается на поиск? Или еще что-нибудь в этом роде? Так, Франкенштейн. Этот робот несчастный. Это я вот не знаю кто. На загадочника похож, но вроде бы это не он. Это обычные солдафоны. Ага, пантерочка. Опять робот, вы издеваетесь, да? И опять этот шитик. Нет, это мне не нужно. Так, подожди, а что вы мне показываете здесь? Я ведь ничего не могу здесь заказать. За кристаллы я не хочу больше тратить кристаллов. Хватит, как говорится, и того, что уже потратил. Так, здесь. Так, я и не прошел, да? Контин. Хочет, говорит, продолжить? Нет, я не хочу. Здесь. Ну, тут же у нас пройдено. У нас же это пройдено, забудьте. С какого перепуга я должен опять это проходить? Не хочу я здесь. Давай выходим отсюда. Origins. А, это продолжение истории у нас, да? Про стрелу-то. Это после того, как взорвалась у нас там база водная. Я так понимаю, мы куда-то там на бережок, наверное, приплыли. Как Робинзон. Оброс рваный весь с этим луком. И тут он начал на этом острове тренироваться, да? И повышать себе меткость. Ага.
Я понял, приколюху вашу. Перфект. Миссия выполнена. Теперь он типа, блин, сытый. И не умрет с голода. А где же его куришь-то? У него же там друг был. Куда он-то делся? Все-таки радио заработало. Все-таки радио заработало. Значит, не все так безнадежно, друзья. Еще три истории будет, как я могу понимать. Еще три истории. Ну что? А здесь у нас что? Давай-ка посмотрим. Ничего недоступно, к сожалению. Здесь, наверное, можно прокачать, да? Можно. Повышаем ранг. 45 уровень. Слушай, подожди. Вот он, кстати, этот демон-то. Ага, мы находим потихоньку детали. Вот оно что. То есть тут фрагменты надо искать, да? Это питомцы, что ли, получается у нас? Наверное, так? Наверное, так. Давай смотреть, что у нас тут дальше по плану. Это забрали. Денежка. Сундук. Нет. Нет. Вот здесь вот. Холл Джастис. Хайр. Прикинь, сотового уровня все на прокачке. А что такое хайр? А, это моя гильдия? Гильдия инфо. Так, смотрим, что у нас тут. Блин, русского языка не хватает. Твою налево, ну, лучше непонятно, мне, по крайней мере. Процессе. Вот что это вот здесь вот делаешь, блин? Я, например, не пойму, что тут делать надо, ребят. Типа угадал на это, наугад кликнул. Угадал. Бесплатно давай мне, пожалуйста. И вот здесь тоже бесплатно. Блин, сейчас идти на основную сюжетку, а я... Не прокачан, не шиша, вообще. Но чувак этот прикольный. Выглядит он круто, да? Такой змей, не змей, я даже не знаю, кто это. Полузмей, полубабочка. Кто ты? Что ты? Не ясно. У нас вроде бы один билетик, да, есть? Давай, потратим его, так уж и быть. Женщина-кошка. Еще кошка. Вау, ребята, выпадает мне супербой эпический. А это сам Робин. Слушай, ну круто, супербойчик нам теперь выпал. Так, эпик, то, что я заработал, да? Получил его.
У нас очки прибавляются. Ну что, все вроде бы пока здесь сделали, что могли. Зло. И с кем на этот раз? Опять с тобой, что ли? Ёк-макарёк. Мы же с тобой уже дрались. Анти-Бэтмен. Анти-Бэтмен. Ну что, попробуем? Навалять-то ему добротных звездюлей. Куда он мне, Бэтмен, этот гаденыш? Насколько я помню, первый уровень довольно простенький, да, будет? Мы его быстро здесь разберем. Вообще четко. Бэтмена просто на два хода куда-то в небытие. Давай, Франк, с разбега ему. Хоба, хопа. Сейчас будет свои суперудары делать. Твою налево. Больно бьет, кстати. И опять подкрепление призвал. Так, щиты. Так, дебафим. Теперь он этого мне, да? Забрал. Вот это в потусторонний мир, я не знаю, куда он там. Слушай, здесь надо было Костю, наверное, брать. Константина. Он же АУЕшник у нас получается. Так, ну что? До двух полосочек жизни. Сейчас подкрепление опять призовет. У него, кстати, как полоска жизни, ребята, кончается, он сразу начинает вызывать подкрепление. Вот это вот. Да ладно. С чего? А, это мы, наверное, делаем. Оу, прямо на мотоцикле ему звездюлей-то надавали. Прикинь. Дело дрянь. Я даже не смог подбить их. Это, наверное, все-таки второй уровень, ребята. Это не первый. Уж больно он здесь круто бомбит. Потому что первого уровня мы бы с тобой вообще бы как сынка бы его забомбили. А тут сам видишь, что происходит. Не вариант вообще. Вообще не вариант. Да, он второго уровня. Это надо прокачиваться. Это бесполезно здесь что-либо делать. Вот это тоже мне тоже не ясно. Враги, враги. Реинфорсмент. Что за... Давай вот так вот, предположим, сделаем. Что это даст? Ага. Wait. Мы, кстати, с тобой ни разу, по-моему, это не проходили. Ага. Так, давай-ка мы, наверное, вот таким вот образом сделаем. Поехали. Так, наверное, на троечку нажмем. Крикунья. Стрекоза. Там что, капитан Бумеранг, что ли? Вот это мне больше всего нравится, по-моему. Фига. Да, вот этот удар мне нравится, прикольный. Это же защита. Я понял, вот это я понимаю, чувак бомбит. А мой какой-то там свой радар этот. Он дебафит, конечно. Понижает, я так понимаю. Или повышает крит, или что-то в этом роде. Опа. Заморозочку. Всех захилял, да? Чувак бегает, всех отхиливает. А это лечит своими танцами. Вот оно что. Фига себе, понижает атаку. Сайленс тут повесил. В основном на понижение атаки все идет. Так, надо ускоряться. Так, можно вот это вот не смотреть, пропускать, а то мы так.
Надо было брать охотницу, мне кажется. Тут не хватает нам дамага. У нас какие-то в основном все защитники, лекари здесь в этой пачке. На этого щит неплохой повесили, кстати. Пробили, пробили мы этому щит. Грязевику. Чуть-чуть, и он, короче, отдуплится. Смотри, как она отхиливает, а? Вот этого бомбите. Есть. Замораживаем. Как раз тут танцульку. Заморожен. Мы тоже, кстати, им понизили атаку, как ты видишь. Давай не будем вот это смотреть. Слишком долго анимация. Кому-то кранты, да? Да. Это тебе... Вот этот танец тебе тут уже не поможет. Уж извини. Но если честно, долго поединок этот идет. Все. Полетел, увидел конфетку. Так, атака 15%. Это у нас победный баф. Угу. Давай дальше выбирать противников. Я, наверное, вместо... Вместо вот этого возьму Хантерс все-таки. Потому что у нас баффер дофигища, а мне нужен именно дамаг. Фига нас там... А кто травил? А, пугало. Я его и не увидел вначале-то. Я его вначале не увидел. Вот это плохо. Когда дебаф на тебя вешает вот этот, снимает с тебя защиту. Слушай, ну он крут, этот дедшот. Просто расстрелял и все, и без проблем. Давай, замораживай. Тут у нас и дамагеры, и ауешники есть, и хилы. Такая команда довольно неплохая, кстати. Сейчас попою там песенки кривляка. Давай пугало этого. Забомбить этого пугала. Чтобы он нас не травил больше. Есть. Да посмотри, как он стреляет. Вот и все. Вообще, ребят, на изи. Так. Защита 30%. Давай, наверное, вот это возьмем. Двойная награда. Пум-пум-пум. Давай, наверное, максимальное хп 10%, как ты. Вот это, наверное, я возьму. Фростбайт. Ага, кого еще? Вот я хочу посмотреть Лекса. Я его не видел в деле, пускай он же у нас будет сейчас, я так понимаю, в команде, да? Бейн. Да, друзья, мы можем взять Лекса. Тун, он страж. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Просто посмотрим, что он из себя вообще представляет. Ах ты, зонтик стоит. Ты еще не понял, что делает Лекс? Я вот не совсем врубился. Хочу посмотреть. Фростбайт. Слушай, там отравление. Что там только не вешают на нас. Что-то вон та девчуля какая-то крутая, тебе не кажется? Вот это вот. Ну-ка давай, выноси мозг кому-нибудь сразу. Красавчик. Бейна просто уложил.
Константин ауешку делает. Оу. Этот отхиливается за счет ауешки. Эй-эй-эй-эй, пацана, не трогайте. Сейчас пацану, по-моему, кранты будут. Если он, конечно, не захиляет. Сам себя. Нифига. Что он делает? О, как раз показывает нам. Фига, щиты вешает на всю команду, прикинь. Ёк-макар, ты видел, как она травит? Она все щиты сняла. Этот щиты... Он поставил щиты, ребят, ну... Они что-то как-то не особо тут хорошо действуют. Ну, добить-то надо было, блин. Сейчас пацана ушатают. Ауе полетит сейчас двоих. Блин, ну мы должны здесь выиграть. Вот это, конечно, такая еще пакость. Ты посмотри, а? А что ты один выстрел-то сделал? Не-не-не-не-не, не надо. Так, пусть Константин минус. Е, мы выиграем, ребят. Он хорош, хорош этот. Миссия комплит. И победный баф. Давай вот этот возьмем. Так, кого-то можно еще взять. Ох ты, двуликий. Ребята, двуликого мы еще не смотрели. Поэтому давай возьмем его и протестим. Вот вместо кого? Он у нас... Он с такой пушки там. А-а-а, эти убитые уже, все. Ё-моё. Нет, я их могу, да? Могу. Вот для чего, ребята, нам эти капсулы нужны. Кого бы... Вот этого, обязательно вот этого надо взять. Вот этого уберем, поставим вот так вот. Ну что, поехали? Цветочек этому главное. Но тут уже противник, ты посмотри, как шпарит. Фига! Разыграли мы тут партийку, ты видел? Иди ты в пень. Ты что делаешь? Она взяла... Оживила этого чувачка. Вот этого, которого мы с тобой ушатали только что. Как тебе такой расклад? Потому что, по-моему, тут нам... Так. Бегом. Ты видел? Что двуликий делает? Константин, ой-ой-ой-ой. Да завали... О, все, капитан Зеркало готов. Так, это кто у нас там? Я не могу понять. Это ворон, который резает. Опять ОУЕ. И вот нас осталось двое. Сейчас опять кого-то резанет. Кто, интересно, сильнее? Мы или... А, что-то вот это вот я не могу понять. Он не погиб. Ты видел? Он сидел, сидел, сидел. Мы его оживили. То есть мы с тобой, видимо, что-то взяли. Какой-то баф, который позволяет нам один раз оживить какого-то либо персонажа. Скорее всего, так. Двойная награда. На два
Так, давай, наверное, вот это возьмем. Ох, ёк, макарёк. Ой, друзья мои, давай, наверное, вот так вот возьмем. Блин, а можно поменять? Можно, да? Не-не-не-не-не. Давай попробуем здесь. Такс. Не-не-не, парень, ты будешь мне стоять вот здесь, вот сзади. Медик тоже как бы нужен. Поэтому давай так сделаем. Нет, ты пойдешь вот сюда. Блин, мне и этот понравился. Двуликий. Прикольный чувак. Ну, блин, у нас танка не будет. А без танка что я буду делать? И этого хочется посмотреть. Ладно, попробуем. Мне нравится, когда он приказ делает на атаку. Вообще круто. Сейчас кому-то вынесут мозг по ходу дела. Вот это мне нравится. Обожаю, когда вот так вот происходит. А это кто у нас там еще за девчуля в красном? Что она делает? Ёпарасоте. Она стреляет и хиляется при этом. Прикинь, когда стреляет. Что-то сайбер как-то не очень, да, хороший, ты заметил? Что-то такой. Ну, он вешает кровотечение, конечно. Поджог делает. Ох, ё. Это мы? То есть это тоже саппорт, он делает щиты. Но щиты такие себе. Слабенькие. Слушай, вы заколебали. Вы дадите мне-то хоть сходить-то? Ходит и ходит. А я-то когда буду ходить? Смотри. Выруби вот этого вот. Киборга, валите киборга. Это киборги. Yeah. Так, подожгли ее, да? На тебе. А, это массовая. Сейчас как будто удалим. Это Константин. Жить. Замечательно. Да, вот это, конечно, жестко. То, что он стреляет и отхиливается. На! Фростбайт. Минус, упала. Захилял. Как-то такой сайбер, на самом деле. Ну, ребят, на любителя. Сидит тут, взламывает. На любителя. Мне... Даже не знаю, как сказать. Ё-моё, я не успел. А, нет, все. Вот так вот сделаем. Ребят, скоро мы сундучок с вами откроем. Ух, тут команда жесткая, супермены. Так, это тоже жесткая. Подожди, а награды отличаются? Нет. То есть просто выбираешь команду. Давай возьмем вот эту вот. Блин, ну тут ядовитый плющ. Этот Гарут еще там. Даже не знаю, что делать-то. А давай попробуем против вот этой команды подраться. Так, может быть, Сайбера убрать все-таки и поставить Двуликова. И вот. Стоп. Без этого я что-то не хочу драться. Поехали. Вот это вот дает команду тот стрелять. Во! Нормально. Сразу! Чувачка расчехлили, прикинь. Давай, добивай его. Блин, чуть-чуть не хватило.
уничтожить киборга. Ядовитый плющ. Отравление, плюс сайленс повесила. Йо, это кто такой сделал? Это вот этот? Это доктор этот, как его звать-то, доктор? Никто, как-то там по-другому его. Всего минус сайбер. Пиляй. Отлично. Ты видел? Он подлетел к моему великому, просто что-то сделал, все хп отнял, почти все хп. Ты за... Все, блин, двуликий у нас погиб. На! Слушай, довольно простенькая команда. Ну вот этот, конечно. Что-то с чем-то. Такой щит и поставил. Слушай, мы сейчас, по ходу дела, с тобой из событий это пройдем. Так, защита плюс 30%. Ага, еще одного. Вот, друзья мои, вот этого я хочу посмотреть, что он делает. Двойная награда. 3%. Вот это вот, рандом баф. Подожди, это же все есть у нас. Крокодил, да? Награда ящик. То есть это последняя битва у нас. Выберем этого парня. Сделаем, наверное, вот так. Брать киборга или нет? Давай попробуем так, такую команду. Эй-эй. Хорошо, мы тут ему. Блин, вот этот, конечно, чувачок мощный, слишком мощный. Кого вырубим? Люгера вырубили. Это кто сейчас сделал? Это, блин, флеш. Вот, ты видел? Ты посмотри, что он творит. Это дедшот же, ёк-макарёк. Мне кажется, мы не сможем здесь выиграть. Вот этот вот, конечно, чудик, да, наяривает. И причем поменять команду нельзя. Ты посмотри, видишь? Ты видишь, что он творит? Он просто вырубает мне. Я молчу. Я просто молчу. Это нереально. Две гранатки. Здоровски. Все, мы проиграли. Как тебе такой расклад? Что же сделать-то здесь можно? И как тут лучше самое главное сделать? Хм. У него 17 000. Максимум, что я могу сделать, это... Блин, мне никак не это. Два танка. А кто у него там? Ну-ка. А, у него остается только три? Ну так... Ребят, тогда пройдем по-любому.
Это, конечно, чувак тоже мощный. Но вот этот вообще что-то какой-то чересчур имбовый зверь. Просто подходит с одной АУЕшки, практически все ХП сносит. Как ты тут будешь с ним драться? Все, прошли? Прошли, друзья. War World. Боевой мир. Новый сезон начался. Челлендж. Подожди, с самого начала, что ли? Блин, а можно мне посмотреть, что я вообще хоть заработал, что за сундучок там, вот это все? Или мне как, не дадут? Да что такое вот это вот? Не знаю. Гильдия инфо. Тут ничего нету. Хотя нарисовано было, что что-то должно быть. Коллекция. Десятый уровень у нас у Байка. Десятый уровень. Слушай, а где у нас этот чертежи-то? Вот они. Давай посмотрим. Выполнено. Забираем. Пускай идут за книжкой, за этой. Плане. Ладно, заберем, наверное. Надо забрать всех своих бойцов, скорее всего, да, я так понимаю. Тут тоже выполнили. Ну, давай, 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 забирай. Прогрессия. Отправляем. Отправляем. Все, все на поисках. Сигнал уровня 3. Че тут еще? Вот это все нужно сделать. Трындец. То есть тут еще нужно все эти безделушки поразвешивать, прикинь. Не все так просто, как хотелось бы. Ладно. Сундуки забираем. Вот теперь мы знаем, для чего нужны вот эти вот зеленые колбы. Это для того, чтобы на арене можно было сделать откат. Сундук получил. Перейдем. Так, не сюда, а вот сюда. Давай смотреть. А где ящики-то мои все? Вот он. Давай-ка заюзаем, посмотрим, что тут у нас. 10 карточек на крокодила всего лишь-то. 30 на Бэтмена. Так, здесь что у нас? Что, не могу, что ли, или что? На хила у нас получается. Так, в сундуке вот там что? Капитан Зеркало? Или зеркальный капитан, как вы там правильно сказали? Слушай, ну это фото же кому-то нужно же, да? Я так понимаю, где-то в доме у нас должно быть. Коллекцию. Забрали здесь тоже у нас что-то готово. 20 тысяч монет. Забрали карточку. Так, 6.30 нужно пройти. Но это по основной сюжетке получается. Так, пациент у нас, кстати, эпик. Вот этот вот.
Пингвинушка хочет прокачаться. Повышаем ранг. Так, скиллы. А левел? 61-й. А у нас кто еще? Вот эту девчулю мы хотели прокачать. Как бы наш. Основной дамагер. Массовик, тем более. Не хватает, не хватает камней. Твои налево, так они быстро заканчиваются, эти камушки. Автоэквип, вот это вот хорошо, что когда автоматически ставятся вот эти вот лучшие шмотки. Вот не знаю, если я сейчас пойду попробую дальше по основному сюжетке, получится мне пройти, как думаешь? Здесь 300 деталей. Так, а что мне показывают? Здесь больше ничего нету. Показывают они мне. Давай попробуем, короче. Мы на 6.16 остановились, да? Что сейчас из этого получится, фиг его знает. Подожди, а эта девчуля-то откуда у меня взялась? Это сотого уровня. И Бэтмен сотого уровня. Подожди, а что происходит-то? Ребята, это же... Помнишь, помощь я брал? Так, все, я понял. Понял я, что это за ребята. Тысячи у нас. Ладно, давай. Давай ускоримся чуть-чуть быстрее. Вот там, короче, когда мы набирали персонажей, это вот они и есть. Это как бы, ну, помощь, одним словом, так скажем. Следующую стадию давай. Удара. Костя, давай ОЕшки сразу делай. О, красавчик. Не стал тут рассолить. Все, вырубает просто на раз. Следующую. Видишь, так до 6.30 дойдем сегодня. Что же вот он делает, когда он вот цветочек там дарит? Видишь, тут нету русского языка. Непонятно, что он. Какой-то баф делает. Что за баф? Непонятно. Вот этот, кстати, факир тоже неплохой. Мне нравится, по крайней мере. Байк. А, это босс у нас, оказывается. Ну, мини-босс. Три полоски хп, видишь? Ауешку давай, блин. Красавчик. Давай, Костя. Константин. Обожаю, когда ауешки происходят. Ну, массовые атаки, ребята, это и есть массовые атаки. В любой игре массуха. Это круто. Ты посмотри. Пингвина практически уничтожили. Не практически, а уничтожили. Так, дебафим. Массовая. Ну, правда, на одного пойдет. Так, который на переднем плане. Рубанешь. Хорошо, ты ему полторы полоски жизни просто вынес. Сейчас подожгет всех. Еще вытворяет. А уеха. Два должны упасть. И остается вот этот факирщик, которого мы уничтожили. Ну что, едем дальше. 6.19. Так, тут, наверное, можно скорость и троечку поставить, потому что здесь обычные мобы. Сейчас просто на один. Фух. Легкую. Ну, пингвинчик.
Давай дальше. 6.20, да, у нас получается сейчас? 6.20. А заключается у нас на 6.30. Блин, ну Константин, конечно, ауешку там выжаривает, будь здоров. Ага. Давай, ауешечек, пожалуйста. И у этого нет ауешки, у него просто одиночный ближний бой. В общем, байка помогает. 50 уровня. Оп, вот и нету Франкенштейна. А этот провокацию берет. Вот оно что. Вот что это означает, скорее всего. Так. Это босс. Это, конечно, люто. Дебаф. Хе. Слег парень. Давайте Бэтмена. Всей толпой. Ну... У него, видимо, ребята, классовая способность такая, что он как бы погибает, но не погибает до конца. У него есть возможность еще встать на один раунд. Да, вот оно что. Так, дальше у нас что там? 6.21 получается? А, 6.22 уже. Тут ауешки достаточно одной, мощной. Сгорели. Далее. 6.23. Просто хочу дойти до 6.30. Я до сих пор не понимаю, как ребята пишут там. А у меня 100 тысяч этих мощей. 100 тысяч мощей. Да как ты, как ты это себе сделал? Так, а здесь же можно прокачивать? Можно, ребят. Вот, заточка. Заточка. То есть, подожди. Вот у нас идет куда. Это, то есть, излишки. Теперь я понял. Или можно вот так вот. И вот, как ты видишь, здесь у нас мощь показывается. Защита, например, 310. Максимальный уровень какой? Максимальный уровень плюс 9, друзья. Чтоб вы знали. А тут плюс 12. А, все, я помню. Есть эпические шмотки. И синий, и зеленый. То есть фиолетовый, я так понимаю, до 12 прокачаться. Наверное, есть еще и эпические, ну, золотые. Скорее всего, так. Вот Константину. Ну, раз вот это все стоит, значит, это ему и нужно. Так. Синий. Ну, конечно, лучше фиол. Фиола нету. Фиола, к сожалению, нету. Так, ну, сила растет. Тут 9000. А тут плюс 6. Максимальный уровень плюс 6. Блин, так дорого стоит она. Ой, ее налево. Четыре тысячи. Ну тут вообще слабенько, если честно. Насколько повышается? О, было 4000, стало 5000. То есть, ну, прирост чувствуется, ребят. Опа, и больше нет у нас
гаечек и болтиков. Но, тем не менее, ребята, заточка прошла. Заточка прошла. Так, пингвин, подожди. Так, девчуля, ты пойдешь сюда. Ну да, придется пингвина выставлять. Ребят, 36 тысяч. Это у нас, по-моему, своими все-таки силами идет пока, а? Крок этот, блин, он... Видишь, что делает? Кровотечение вешает. Блин, пингвин этот еще тут жесткий стоит. А почему мой не делает такого, а? А уеху ты сделай-то, господи. Ну, во, молодец, красавчик, давай. Все в щит бьют ему. Да вы достали уже, а? Не, Франк какой-то, ребят, слабенький. Франка, видимо, нужно поменять. Ну неужели мой наконец-то сделал ауе, блин? Крокодилу? Ему скоро кранты. Да-да-да-да-да-да-да. Сейчас ему ауешечкой кости зарядит и все, ребят, погорели сами. Так, 6.25, еще 5, ребята, уровней, и мы пройдем эту локацию. Вот что я тебе хочу сказать. Как же я обожаю, а, Константина, блин, он крутой, я уешник. Но тот все-таки круче, который этот, доктор время, или как его там звать-то, я вот не помню. Напиши мне в комментариях, у которого вот этот вот шлем, спартанский шлем с крестом. Как этого персонажа-то звали? Блин, Константин крутой. Блин, вот может быть его все-таки прокачивать. У него ауеха, конечно, вообще мощнее. Ты сам видел, а? Так. Крикунья, блин. А фиг ли ты первый-то сделал, ауе, эй. Нет, вместо Франка все-таки надо брать кого-то, кто имеет массовые атаки. Как ты думаешь? О, еще захиливает. А это еще и щиты ставит. Тут же, я так понимаю, помнишь, когда мы с тобой смотрели, синергия же есть, они друг другу могут помогать. Если правильную команду составить, вообще будет жесткая имба. Так. Давай массовая. Когда они задебафенные, да? Вот эта вот цель. Они урон, конечно, мощный получают. Тут уж не поспоришь. Да иди ты отдыхай уже. А почему они мне не показали, сколько у мощей? Ну здесь ладно, здесь разберемся с этими сосунками. Тут, в принципе, никаких проблем не должно быть. Вообще. На раз-два. С этими тоже на раз-два. Кстати, и 6.30, там уже будет серьезный босс. А вот кто будет? Кто босс будет последнего этапа? Честно, пока что за загрузка у нас была. Ну, покажите мне, пожалуйста, кто у нас будет босс этого этапа. Люгер. Щиты. Слушай, щиты такие. Здесь они у него чувствуются, щиты. Смотри. Пингвин правильно стоит в защите, пока нормально. Ах ты. Франк уже сдулся. Можно и так сказать. Вот, обожаю. Обожаю ауе, когда делает. Граната пошла. Блин, граната еще отравляющая. Все, Франк сдулся. Слушай, ребят, еще не факт, что мы здесь пройдем.
Смотри, что делает. Так, дебаф. Ага. Да солдата-то шлепните, блин. Мне нельзя, чтобы этот погиб. Константин, это моя последняя надежда, ребят. Все, он взял провокацию. Пингвин взял. Взял. Хрена, он не взял, блин. Сейчас, если пингвин сдохнет, ребят, все это... Это будет кранты. Так, давай вот этого. Всю нагрузку сюда. Давай. Офигеть, у него щиты, ребят. Он достал, да посмотри, он диспл на себе вешает. Так, пингвин отхиливается? Отхиливается. Блин, что-то какой-то тупой. Ты посмотри, у него как на движение, он сразу на себе щиты вешает. Смотри. Синий, это щит. Да, и причем магия не особо-то сильно берет его. В основном физуха у него отнимает приличное количество щитов. То есть он как бы антимаг, да, получается? Ну да. Мне кажется, он здесь не вытянет. Он против нас не выстоит. Но сам по себе, да, чувак прикольный. Щиты вот эти вот мощные. Это я проиграл? Я понял, почему проиграл. Видимо, время. Ребята, убираем вот этого. Ставим сюда Бэтмена. Я могу только одного призвать. Кто ты такая? Только одного могу позвать на помощь. Нет, Франк, не хочу, чтобы ты был. Давай так попробуем. Ребят, 46 тысяч против 32 тысяч. Посмотрим. Слушай, это как будто как зеленый фонарь. Давай, правильно, ОЕшку. Будто девушка зеленого фонаря. Да ты их заколебал, они ставят все щиты, еще и при этом отхиливаются. Так она, короче, бомбит и вешает щиты. Давай, есть. Так, ну что, остается только задний ряд. Чисто задний ряд. С отравлением тут. Правильно, она вешает. Ну это же, что это за щит маленький такой? О, точно, ребят, это зеленый фонарь. Кольцо, видел, у нее было. Блин, как она бомбит круто. Кувалдочки свои. Ох, ай-о-е. Ну что там мы здесь вообще быстренько разбираем. Ты посмотри. По-моему, эта девчонка нас пробафала тут по полной программе. Тебе так не кажется? А мне вот кажется. Вот, ребята, прошли наконец-то. Лайк, конечно, лайкнул. Это за, я так понимаю, за помощь. Эй, старичок, а ну-ка глянь-ка. Мы нашли базу Аргус. Да ладно, быть этого не может. О, нет, тут везде Рогис. Так, ладно. Нам нужно найти мастера зеркала. Короче, я пошел в лигу, говорит. Характер. И что? А это что такое у нас? Ну, допустим, я вот так сделаю. Это что значит? Подожди-ка, тут...
А что я сделал-то? Что такое резервы лиги? Это... Подожди, он же у меня был... То есть это получается, что я кого-то выставляю. Ну, допустим, пускай будет это так. Не знаю, как-то кому-то поможет. Поможет ли это вообще кому-нибудь? Ну, я выставил в резерв. Так, тут можно приобрести вот это. Билеты. Это, я так понимаю... Украшение для... Ну, ты понял, куда. Для комнат идет. И переходим уже на следующую главу, получается. Глава 7. Смолвилл. Вот так вот, друзья мои, Смолвилл. Такс, что у нас там в магазине? Wish. Это какая-то типа рулетка, что ли? 121 рубль. Они везде этот. Купи да купи, как где? Как попрошайки, блин. Ну, поверь мне, кто-то покупает. Кто-то покупает и на арене рвет. Я больше уверен. Против таких, конечно, там делать абсолютно нечего. Донат, он и в Африке донат. Ничего не поделаешь. Так, 20 тысяч монет забрали. Ага, вот, 6.30 мы прошли. Получили броник. 3 билета. Еще 20 тысяч монет. Эти осколки, которые нам дают открытие для гильдии. Ага, гаек и болтов. Рация. Вот все это в деньгах. Еще одна рация. Эпическая причем. Так, и вроде бы как здесь все, да? Моя команда 47344 имеет мощи. Ну что, попробуем открыть? Эх, эпик гарантируется. Это на 30-й попытке, ребята, эпическая карта тебе гарантируется. Угу, крокодил. Грязевик. Ага, все. Вот здесь написано, видишь, вот 15 из 30. То есть 30 будет, эпическая карта тебе гарантированно выпадет. А вот эта вот помощь, которая была там, сотого уровня, ну, в общем, ты понял, да? Вот так, это, по-моему, я сейчас в данный момент выставил своих ребят. Что, если вдруг кому-то надо будет, чтобы он, ну, чтобы брали и пользовались. Вот эти вот тоже непонятно для чего эмблемки. Пока непонятно. Так, ну что, друзья, на сегодня я даже, наверное, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.